Здорово, 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 подписок. Что, какое число? 24 декабря, воскресенье. 24 к 23 года. Пельмени, пельмени. Окно открыл на подоконнике, чтобы быстро остывал. Чесночка. Да? Лучка. Все. Можно жрать. Лучка многовато, по-моему. Лучка многовато. Не люблю столько лучка. Ну ладно, выкинем его тогда, да. Чеснок всему голова. Хлеба нет. Сожрал вчера. С оливье. Зато есть главный ингредиент. Главный соус. В моей жизни это майонез. Угу. Конечно, еще паперчим. Паперчим. Все, можно жрать. Жрать можно. Что там еще осталось? Угу. 5 пельмешек там еще осталось. Мощный завтрак, мощный. Вообще-то, ой, пипец, как обожаю эти. Ну, сами знаете, да? Пельмени. Правда, и оливьешечку мы любим, да? Горячо. Окно открыл нормально. Жижкой. Жижев. Ощущение, что что-то попалось. Как будто камешек какой-то. Да я понял. Не камешек. Кусок чеснока. Что надо для счастья? После вечерних пивных движений. Конечно, пельмешек с водичкой. Надо вот так по этикету. Ладно. По этикету. Просто все не влезло. Все не влезло. Теперь норм. Вот теперь норм. Можно жить. Чеснок. Крупно порезано. Короче, все равно от лука идет. Лук только порезал. Просто, когда его добавляешь в горячее, то он не такой типа злой. Но ему там надо полежать долго. Хорошо, свежий воздух идет.
Отлично. Еда, радость. Вот это еда из детства. Для меня. Очень люблю. Могу есть через день. И она мне даже не будет надоедать. То же самое, что могу ходить каждый день в столовую. И она мне не надоедает. То есть один прием пищи там есть. Лука много. Выкину. Прям в жар. Прям в жар кидает, чувачки. Прям в жар. Круто. Горячо. Чесноки, луки. Думал в кафе взять, знаете, типа новое название чучвара. 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 Посмотрел, а это обычный суп с пельменями. Я такую чучвару кучу раз ел. Хорошо. Ой, хорошо. Прям замечать, прям жить хочется. Ну что за жизнь вообще без майонеза, без пельмешек? Весь лук съем. Все. До свидания.